Сап, Твич. Продолжаем прохождение Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Мы добрались до Маджулы. Я очень люблю этот FPS. Синки Смуз FPS. Это очень классно. Я думаю, мы пойдем сегодня в... Привет, привет, Драмонол. Привет, Джон. Значит, мы пойдем сегодня вот туда. Лес павших гигантов? Или я путаю что-то? Потому что вроде нет. Мы пойдем, сейчас возьмем пару вещей, которые находятся на этой локации. Они здесь как бы не то чтобы скрыты, но кое-что есть. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. I'm a blacksmith. I'm nothing without my tools. Bring me that key, Chop Chop. У нас здесь, значит, кузнец, у него закрыта дверь, кто-то закрыл ее и спер ключ. К счастью, я знаю, где ключ. Но это чуть позже. Значит, мы сейчас пойдем. Соберем пару вещей. Самоцветы. У нас здесь есть осколок фляги Эстоса. Ей. Осколок фляги с Эстосом. Мадфака. Свинки. Это дерьмо лучше вообще не трогать. Ой, не-не-не-не-не. Пизду. Нет, мы не будем их трогать даже. Они идут за мной. Это очень страшно, на самом деле. Вам может быть показаться, что это какие-то маленькие штуки, но они реально вам вскроют лицо. Туда мы не пойдем, сюда мы не пойдем. Мы пойдем. Блять, они идут за мной, господи, нет. Я не хочу ничего иметь вообще общего с этим. Пиздец, они идут за мной, господи. Ах, я не хочу вообще. Не хочу ничего с этим делать. Они еще рядом идут за мной. Одна идет за мной. Ну и одну я думаю, я смогу. Я вам покажу, что это такое. Извините, это бекон. Вы видели этот дэмэдж. Ай, господи, их двое. Нет, не хочу их убивать, чувак. Ты не представляешь себе, что это такое. Это ну просто... Вот я зря вообще с ними связался, потому что это очень страшные штуки. Свинки, бекон. Бекон здесь очень лютый. Неужели они сюда придут? Сначала одна приходит, вроде тебе кажется, что ты сможешь. Потом вторая приходит, вроде тебе кажется, что... Да, окей, я типа две смогу, но нет. Они ушли? Полечимся пока. Да, не похоже, чтобы они ушли. Ладно, хрен с ними. Значит, мы возьмем сейчас первым делом бинокль и Моргенштерн. Я так помню, это здесь где-то находится. Оп! И куда-то... здесь. Оп. Какой-то чувак здесь умер. А как ты умер? Да. Моргенштерн, колокольчик клирика. Я буду качать, наверное... Я буду по скиллу проходить. Бинокль есть. Бинокль есть. Это... Вот смотри, значит, я сейчас скажу, что это за хуй прозрачный за тобой бегает. Он не за мной бегает, это призраки игроков, которые умерли. Мы можем посмотреть, как они умерли, коснувшись вот того пятна. Видишь, дотронулся до озера крови. Ну, это называется по-английски bloodstain, то есть кровавое пятно. И касаясь к нему, мы видим, как игрок здесь умер, чтобы знать, что здесь вообще происходит. Ну, это вообще по игре вот, находятся такие вещи, потому что вот.
Например, вот мы теперь смотрим, как эти чуваки умерли. А тут они бежали и, значит, кувыркнулись туда. Мы этого делать не будем. Значит, мы бежим сюда. Где свинки ушли? Свинки. Вот здесь есть другие пятна, например, можем посмотреть. Это было очень глупо. Значит, мы взяли осколок Эстоса, мы взяли бинокль, мы можем теперь подойти к нашему хранителю костра, так сказать. Take this with you. May it ease your journey. Эстус. У нас появился Эстус. Эстус — это лечилка, грубо говоря. Мы им лечимся. Но это не только. Ты чем лечишься? Нет, это реальные игроки, которые оставили свой вы можете изумрудный вестник. Вот, вы можете повысить свой уровень. Значит, да, это реальные игроки. Они умирают в некоторых местах, и где чаще всего вот умирают, там остается какой-нибудь скриптованно-рандомный вот вариант чувака. Но это реальные игроки. Значит, это вот сейчас у нас изумрудный вестник. У этой девушки мы прокачиваем свои уровни. Это единственное место в игре, где можно прокачать левел. То есть мы ходим-ходим, где-то там играем, значит, фармимся, там прокачиваемся, убиваем боссов, там что-то такое. Значит, и мы приходим сюда с душами и прокачиваем ее уровень. Значит, как это выглядит? У нас сейчас, значит... Сейчас... Да. Вот у нас уровень. У нас сейчас 12 уровень жизни, это жизни, стойкость — это стойкость, жизни — это значит, сколько у тебя хелспоинтов, то есть урона, который ты можешь вынести, стойкость — это стамина, грубо говоря, сила, с которой ты можешь там наносить урон, или уровень, вот, за который ты можешь производить действие, физическая мощь — сколько ты можешь перенести предметов на себе. Тут очень важно не в инвентаре, а вообще на себе. То есть вот то, что на тебе надето, то в игре считается за то, что ты носишь. А если ты носишь в инвентаре там куча разного оружия там и прочего там барахла, это все не считается за то, что ты переносишь вес. Так вот, этот показатель, грубо говоря, определяет, сколько на тебе вот надето, и это определяет, быстро ли ты двигаешься, исходя из этого. То есть, если на тебе много чего надето, ты двигаешься чуть медленнее там. Ну, не то, что двигаешься, а вот перекат, например, у тебя становится медленный. Медленный перекат называется fat roll. Fat roll, то есть fat roll, толстый roll, грубо говоря, или жирный roll. Roll – перекат. И вот жирный roll, жирный перекат – это очень медленный перекат. А fast roll – это быстрый перекат. Мид-ролл, соответственно, средний перекат. Я буду играть за такого... Ну, я буду по скорости играть на скилл, то есть на ловкость. Можно играть за силу, можно играть за ловкость. Я буду играть за ловкость, и я хочу быстрый перекат, то есть фаст-ролл. Поэтому я буду... Я этот показатель качать не буду, я просто буду меньше одевать, вот, потому что мне хочется как бы самому меньше получать урона, исходя из того, как я охуенен в этой игре. Вот, значит, ученость. Это влияет у нас на количество заклинаний, которые мы можем использовать. Вот у нас есть ячейки. Ячейки заклинаний. То есть, как говорят, ты можешь у костра надеть какое-то количество заклинаний. Сейчас у нас 0. Но качая ученость, мы можем поднимать этот показатель. Можем в какой-то момент там 2 сделать, 2 иметь заклинания, можем больше. Значит, сила. Сила — это то... Сила — это как показатель, который определяет то, как ты используешь силовое оружие. То есть, грубо говоря, есть оружие, рассчитанное на силу, есть оружие, рассчитанное на ловкость. Вот, мы это качать не будем тоже, но мы будем это качать только для того, чтобы использовать какое-нибудь оружие на ловкость, которое тоже требует сил. Вот, только до того показателя, который нам нужен будет. А ловкость мы качать будем четко. Я изначально взял, значит,
персонажа с прокачанной ловкостью, то есть такую заготовку, вот, потому что мы все равно ловкость будем качать. И, значит, дальше адаптируемость. Вот адаптированность хорошо бы качать, потому что этот показатель определяет количество того, насколько на тебя влияют всякие эффекты, типа элементальных эффектов, мол, как бы магия, там, яд, кровотечение. То есть адаптируемость, грубо говоря, улучшает твою выживаемость путем того, что снижает количество яда, которое ты там, короче, получаешь, и оно увеличивает количество безопасных фреймов, так называемые safe frames, безопасные фреймы. Что это означает? Грубо говоря, вот игра идет 60 FPS, и когда ты перекатываешься, у тебя есть буквально там в этом перекате там, я не знаю, 7 фреймов, которые, во время которых ты без урона можешь как бы перекатиться. То есть, если ты качаешь адаптируемость, у тебя количество этих фреймов увеличивается. То есть, ты при перекате большее количество времени будешь в безопасности. Вот. То есть, таким образом, адаптируемость, она как бы увеличивает и вот эти вот safe frames, то есть количество времени, когда ты в безопасности при перемещении, и вот снижает, значит, различные эффекты. Дальше идет интеллект. Интеллект это показатель, который качают маги. Он определяет, значит, ну, это как вот сила и ловкость для оружия, только вот интеллект это для магии. И есть показатель вера. Потому что в игре есть, по сути дела, три типа магии. Три типа магии. Это чтобы вы просто в голове себе, значит, поняли, что есть, значит, магия как таковая, то есть она так и называется, вот magic, да, это для нее качают интеллект. То есть если ты играешь за мага, ты качаешь интеллект. Если ты качаешь клерика, если ты играешь за клерика, за как бы волшебника, не волшебника, ну, короче, за чудодейственника, значит, ну, человек, который играет вот за чудеса, то есть чудеса это называется. Значит, есть магия, есть чудеса. Это разные вещи, потому что магия, она как бы подлежит логике, она как бы вот рациональна, а чудеса, вера, она типа нерациональна. Вот. Если веру ты, если ты интеллект, можешь просто вот эту магию использовать как, значит, материал, из которого у тебя производятся всякие там атакующие штуки, там стрелы и прочее, то чудеса, они производят какие-нибудь эффекты, которые не связаны с, вот, с материалом, из которого это делается. То есть там вокруг тебя аура какая-нибудь или что-нибудь там происходит странное. Но мы позже к этому вернемся. Значит, я хочу вот качать веру еще. Я буду качать ловкость, веру и, соответственно, стойкость, там, жизнь, вот эти вещи. Да. Сколько у нас денег сейчас для всего этого? Значит, души 140, 1400. То есть повышаем у него уровень, да? You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me. So that Окей. Да, знаю, теперь я могу тебе помочь. Она теперь усилит наш эстус. Нет, она не покажет тебе сиськи, чувак. Да, я знаю, это автоматически делает игру плохой. Но ничего страшного. Мы даем осколок фляги с эстусом. Что этот осколок делает, да? Как бы изначально у фляги с эстусом есть 5 как бы раз, сколько вот мы можем использовать этот эстус. То есть, грубо говоря, ты эстус — это фляжка. Эстус — это фляжка с жидкостью. Она так называется эстус-фляск. Эстус-фляжка. И выпивая эстус, ты как бы лечишься. И находя осколки, ты увеличиваешь количество раз, сколько ты можешь пользоваться эстусом за одну вот сессию, как бы сессию между кострами. То есть сейчас по дефолту фляжка с эстусом рассчитана на 5 раз. Вот находя осколок, ты увеличиваешь там на 1. Плюс там потом можно будет увеличить это еще на больше, но это тоже позже мы к этому вернемся. Фляга с эстусом усилена. Мы прокачаем уровень сейчас. Стойкость.
Значит, да, стойкость стамина, собственно. Мы прокачались. Теперь у нас, значит, теперь у нас уровень 13-й теперь уровень. Вот у нас уровень 13-й. Что такое стамина здесь, да, как бы вот это вот вверху на экране зеленая, есть красная полоска слева, зеленая полоска. Зеленая полоска отвечает за вот стамину, собственно, это вот энергия твоя. То есть, если ты наносишь удар, она тратится. Если она кончается, ты не можешь производить, пока у тебя не накопится. Соответственно, здесь есть такая штука, как... Ну, то есть, и стамина тратится, если ты перекатываешь, например. Бац, потратилась. Бац, потратилась. Сделал удар. Сделал удар, перекатился. Удар, потратилась полностью. Соответственно, здесь мы должны заниматься такой вещью, как стамина-менеджмент. Выносливость, да. Выносливость. Отличное слово. Значит, здесь мы занимаемся так называемым стамина-менеджмент. То есть, менеджментом стамины. То есть, мы должны рассчитывать количество ударов и действий таким образом, чтобы у нас, чтобы мы не впали в тот момент, когда у нас выносливости будет ноль, а мы стоим перед врагом и ничего не можем сделать, потому что у нас стамина ноль. Вот. Это называется стамина-менеджмент. В общем, как бы, в принципе, все. Если вы заметили, вверху, значит, есть вот эта вот красная полоска, зеленая полоска, то есть, значит, жизнь и стамина. И слева от стамины, слева от жизни, вот есть пустое такое, пустая ячейка. Там будут, значит, там будет размещен знак ковенанта. Ковенант — это, грубо говоря, группа, в которой мы будем находиться, чтобы играть онлайн. И, то есть, грубо говоря, в игре есть разные фракции. То есть, грубо говоря, типа кланы. Кланы, которые как бы отыгрывают разные вот как бы роли. И находясь в этом клане, мы можем выполнять какие-нибудь уникальные всякие вещи. Но мы тоже к этому позже вернемся. Вот, например, мы сейчас пойдем к одному из таких чуваков. В игре есть NPC, которые предлагают вступить, собственно, в эти кланы, в эти, значит, ковенанты. Что означает ковенант? Ковенант означает договор. И, собственно, находясь в ковенанте, ты находишься вот как бы вот в договоре с этим кланом. Ну, клан, ковенант. Whatever. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. Это Маджула, кстати, да. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Dran Lake these days, there are very few places like that. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. Вступая в ковенант, ты... Ну, то есть какие выгоды, да, вот вступая в ковенант? Ты получаешь какую-нибудь уникальную вещь. И прокачивая свой уровень в этом ковенанте конкретном, ты получаешь все круче и круче вещи. Именно вот под конкретный ковенант, под конкретный этот клан. Вот мы сейчас вступим в ковенант голубой чего-то там. Да, это голубой ковенант, окей. Значит, и мы получим кольцо. Одевая это кольцо, мы можем, значит, сражаться с... К нам могут вторгаться представители вот... то ли этого же ковенанта, то ли другого. Значит, и если мы их побеждаем, мы получаем какой-то там девайс, какой-то там знак, который, преподнося вот этому чуваку, который вот позволил нам вступить в этот ковенант, мы повышаем таким образом уровень своего ковенанта. То есть, находясь в ковенанте, мы сражаемся с вторгнувшимися в наш мир вот и другими игроками, побеждаем их, зарабатываем всякие вот полезные штуки, переносим их чуваку в этом ковенанте, и он берет их и повышает наш уровень, и там, дойдя до какого-то определенного уровня, обычно есть три как бы таких левела, мы, значит, получаем какие-нибудь уникальные вещи. Вот. Они как бы не то, что сильно прям вообще там крутые, прям вообще, но это как бы весело, часть игры и все такое. И вообще, может быть, некоторые есть смысл прям использовать. Может быть, в этот раз я смогу что-то подобное провернуть, типа как-нибудь хитро использовать вещи, которые мы получим вот уникальным путем. And
told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. There are four beings in this land with giant souls. В этом мире живут четыре существа с гигантскими душами. И неважно, какой путь ты выберешь, рано или поздно ты с ними встретишься. А это вот намек на то, что нам нужно будет сделать в этой игре на самом деле. Сейчас будет рубилово, чувак. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Я боюсь, что рубилово будет настолько сильным, потому что они изменили в этом издании игры, они изменили расположение врагов, и теперь я не все знаю про эту игру. То есть я теперь не очень знаю, как где чего устроено. Сейчас мы вступим в Ковенант, собственно. Веру синих стражей. Вот синие стражи, голубых. Я назвал их голубых стражей. Окей, синие стражи. Face danger, the blue sentinels will come to your aid. Protection is yours if you wish. Yay, мы получили ачивку Смиренный Ковенант. Вступить в Ковенант Лазурного Пути. Я вступаю в Ковенант Лазурного Пути, и я получаю, значит, кольцо. Синий перстень. Вы вступили в Ковенант. Мудрое решение. Я тоже так думаю. Они слабы, но синие стражи милосердны, они хранят нас. Позволь стражам обнять и успокоить тебя. Это, я думаю, каждому нужно в этой жизни. Значит, мы получили... Мы вступили в Ковенант, и видите, теперь слева вот от Хелсбара и Стамина есть знак. Вот синий знак Ковенанта, мы, вот в котором мы сейчас. Значит, мы теперь оденем кольцо. О чем оно? Лазурный путь – это не полноценная религия, это скромная молитва, распространяющая сама по себе среди тех, кому нужна помощь. Когда к апостолам вторгаются темные духи, они могут получить помощь от хозяев других миров. Окей. Так, теперь, значит, пойдем... Сейчас, где-то еще... Вот. Мы не знаем. О, мой бог, это красиво! Классно. Так, ну, пойдем, собственно, наваляем немножко. Осторожно, монстр. Да нет, вроде. В первой части сундуки могли открыть вам лицо. То есть буквально ты открываешь сундук, и сундук отгрызает тебе лицо, потому что некоторые сундуки, они так называемые мимики. Мимик — это сундук, который как бы животное, имитирующее сундук. И иногда ты не знаешь, что это, сундук или мимик, поэтому вот тут есть опасность. Во второй части их меньше, они встречаются... Стамина, чувак, стамина. Стамина, она не совсем означает выносливость, понимаешь? Выносливость — это параметр вообще глобальный твой, как бы. А стамина — это именно вот насколько тебе хватает сейчас конкретно произвести какие-то действия. А выносливость же отвечает больше за то, как ты вообще по игре, как бы вот, ну, выносишь некоторые события, так сказать. Ну, мне проще это называть стамина. Значит. Ага, вот. Я играю за персонажа с двумя мечами. Я не буду играть с щитом, наверное. Ну, я буду иногда использовать щит. Но, в принципе, я буду играть с двумя щитами. И чтобы взять два меча в обе руки,
Мне нужно зажать клавишу вот Y. Но сейчас у меня не получается это, потому что мне нужно прокачать немножечко свои параметры. Но у меня будет два меча. Должна быть человечность, насколько я понимаю, человеческая фигурка, да. Или знаки. Может помочь вместе оттуда. Я помню, когда первый раз играл, я прыгнул прям туда. Я думал, я перепрыгну вот этот момент, чтобы взять эту штучку. Надо нет, все, делать, не стоит. Правильно, не стоит. Мы не можем другим путем. Можно отсюда прыгнуть, опять же. Здесь павших гигантов, да, все-таки это так называется. Господи, вот это одна из вещей, я не знаю, ты его в предыдущей редакции игры не было вообще в этом месте. Классно. Черт, он зашел спит. Нихуя себе. Теперь здесь вот эта хрень. О, господи, что ты делаешь-то? Да. Ладно. Нет, 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 нет. Тихо. Отступление, отступление. Так, эстус. Ставим эстус. Два эстуса. Да, ладно, два эстуса. Один эстус. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Нет! Нет! А, черт, он меня убил. Нет. Ну, я тут как-то лучше с ним справлюсь, да? О! Надо вспомнить как-то управление немножко. Интересно. Ладно. Теперь у нас здесь изумрудный лист, который здесь. И, соответственно, видите, в правом нижнем углу у нас нет душ, потому что мы их всех оставили там. После смерти души остаются там. Все души, которые ты заработал путем убийств и прочего. Так. Костер там был близко, на самом деле. Он там находился буквально за этой штукой. Мне что-то порвало, кстати, убить его. Можно взять все-таки вот так, в одну руку. Или... Так. Да, именно так как-то. Костер близко, чувак, костер близко. Это основная фраза вообще в Dark Souls, что костер близко, он действительно... Ты просто не представляешь, сколько ты сейчас прав. Я вот уже, короче, мне начинает жопа постепенно. Как бы не припекать, но размораживаться. То есть она начинает вот. Блять, вон наши души лежат. Надо их подобрать перед тем, как нас убьют. Где-то здесь была херня. Вот этот чувак, который где-то теперь появляется ближе, чем я обычно привык видеть. Два удара, нам нужно, чтобы его убить. Окей, ладно, потребуется назад еще. Ладно, по-тихому.
быстро, 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 быстро. Отходим, отходим, отступление! Ай, отступление! Эстус, эстус. Господи, как ты на меня упал-то? Так, что у нас свет? У нас свет это тоже штука типа эстуса, только на личности. Мапа? Это что, мапа? Еще. Так, его можно заставить постоянно падать назад. Еще. А, карта? Нет, здесь карты нет, чувак. Это не тот тип игр. Я, в принципе, знаю всю игру, как бы, ну, куда еще идти, где делать, то есть карты здесь нет. Это не тот тип игры. Блять, этот прибежал, господи. Тут взялся. Блять, где там назад? Да. Иди сюда. А, нет! Есть. Отлично. Так, жизненный порядок. Где-то. Нет. Блять. А без карты вообще нормально, на самом деле. Ты, короче, привыкаешь к тому, как, куда ты шел, откуда ты вышел, и все нормально с этим. Вот серьезно, это одна из тех игр, где левел дизайн, он на таком высоком уровне, чувак, ты прекрасно понимаешь. Во-первых, здесь такая штука, что везде, где ты видишь, вот где ты видишь сейчас, вот видишь, я смотрю, вот там какая-то башня темная, да? Или я смотрю, вот там вот вода, там какие-то штуки. Ты всегда туда доберешься. То есть в этой игре ты побываешь везде там. Где бы ты ни находился, куда ты ни смотришь, ты всегда там будешь. Поэтому, в принципе, вот навигация, она так сложно интересна, что ты примерно представляешь, где ты находишься. Тебе карта для этого не нужна. Потому что это как бы не... Карта нужна там, где есть локации, которые они как бы однотипные, и ты не знаешь, как они связаны особо. Или тебе все равно. Ну вот. Здесь как-то с этим вот нормально. И в первой части было заебись, и во второй. Вот. Ну, естественно, как бы, если ты смотришь стрим, то, может быть, у тебя не совсем будет ощущение того, что ты знаешь, куда идешь. Но вот если ты играешь, странным образом оно начинает так складываться в голове, вот, потому что ты реально знаешь, ну, как в городе ты знаешь, куда идешь. Даже если поставили где-то новый ларек, ты примерно знаешь, что, типа, там, чуть левее будет где-нибудь школа, там, и прочее. Так, я думаю, ладно, в режим с мечом в двух руках не очень себя поддал. Ну, два меча иметь. Давай, гол. Да, блядь. Я его, короче, ввел в это состояние, когда он начинает... Ай.
такое? Нельзя... Блять, что такое? Сука. А, я понял, на воде я же медленнее двигаюсь, надо, короче, на земле. Окей, ладно. Можно, в принципе, думаю, его пропустить как-нибудь. Ладно. Костер буквально за ним находится, то есть... В принципе, можно его оббежать, но это как-то... Как-то это не... Нелегитимно? Потому что хочется... Правило в Dark Souls или в Bloodborne, когда видишь врага и не можешь его долго побить, учи мувсет. Всегда учи его движение. Мувсет — это как бы набор движений, которые делает враг. Тебе нужно на каждое действие знать, как ты себя поведешь. И заведомо его распознавать, соответственно, это движение. То есть, если он начинает что-то, ты должен изначально знать, как подать на движение. А, вон он. Вот откуда он бежит. Как подать движение себя повести? Окей. Так. Я не буду в воде с ним драться, потому что, ну, я уже понял, что это... Это плохо работает. Давай, бро. А, у меня все два эстеса. Ладно. Давай, иди сюда, уже добрался. Давай. Господи, вот это я подловил. Не-не-не, мы отходим. Что, может, пизды? Вроде хорошо пошло пока. Сейчас, так, иди сюда. Блядь! Есть. Так, сейчас. Так. Сейчас пока проверим. Сейчас пауза небольшая. Секунду. Так, я тут. Ну что, пойдем, наваляем. Я возьму вот это где. Давай, босс, давай. Так, блядь, он сейчас мне съест лицо просто.
наконец-то. Вот зачем пауза, если вы не знали. Душа гордого рыцаря. Значит, душа гордого рыцаря содержит в себе некоторое количество. У нас сейчас 115, блядь, 1150, значит, душ. И мы можем взять, значит, нашу душу гордого рыцаря. А, у нас несколько есть. И сломав их, мы получим, значит, еще душ. Это как бы консервированные души. То есть запаски, консервы. Умирая, они не уходят. А вот те, которые вот у нас уже расконсервированы, те, да. Тут где-то были еще парни. Это, слушайте, я привык, что здесь... Тут... Эй, а где здесь все? Я знал, что здесь обычно по три штуки здесь. Ну да, они здесь по-новому сделали все. Ну, прикольно, ладно. Значит, вот. Приготовься. Да я уже готов. Покрутил. А чего у нас здесь? Мы сейчас пойдем вот туда. Значит, там, я думаю, будет боль. Я видел на видосах, что там происходит. Да, там больно. Ну, значит, мы пойдем сейчас. Значит, мы зажгем костер. Отдохнем. Пополним остался. С нами еще ребята, которые сейчас в данный момент отдыхают. Вот как это шоу у нас свои дела. Ну и мы пошли. Еще бро. Так. Кто еще? Бэкстеп. Попробуем. Ну, не бэкстеп, но. Что у нас тут? О, вот здесь парень теперь. Окей. Он стреляется. Блин, какой. Эстус. Нет. Стамина менеджмент. Их двое здесь, господи. Есть. На цвет. Еще один. Ой. Есть. О, чувака что-то выпало. Так. Самоцвет. Самоцвет. Самоцветом. Окей, будем самоцветом купаться. Отлично. Душа, полезно. Ну, чувак, как на дочке лежит. Сейчас начнется боль, я уже знаю просто. Сейчас начнется просто настоящая боль. Вот типа этого сейчас будет. А, ладно. Ну, посмотрим, что у нас тут придумано. Все эти лежащие чуваки, они сейчас на вас нападут и постараются содрать с нас лицо. Зеленый цветок. Это для повышения стамины. Один готов. Вот еще, вот еще. Три. Да. Один упал, второй. Ага. И... Этот нас сейчас завлечет в битву, а лучше вот этих попробовать. Есть. Вот еще. Вот
полого пехотинца. Ну, нормально сойдет. Сверху? Сверху был чувак. Да, есть. Ого, он теперь гранаты кидает. Ого. Чувак. Не получится. Так, теперь давай парень, может быть. А, сломанный меч. Прыжка. Так. К нему близко нельзя проходить. Или лучше пускай он кинет заодно. Давай. Есть. Быстро, быстро, быстро. Господи, втроем. Все, сейчас сверху. Нет. Есть. Фух, отлично. Стамина менеджмент работает. Так. Снова меч еще один. Метательный нож. Попробуем. Окей, так. Дать мне нож еще. Отлично. А ну-ка. Думаю, мы сейчас прямо их и потратим на этого чувака сверху. Валим. Ага. Вот наш костер, кстати. Туда, я думаю, что сложно попасть. Вон наш костер внизу. Где-то там. А, нет. А, вон, да, вон там, получается. Точно. А как туда попасть, интересно? Ну, даже не знаю. Ни хрена себе, люди переползут вниз. Это, блядь, что такое? Да, да, это очень интересно. Слушайте, ладно. Так, значит, теперь убить вот этих чуваков сверху. Он тут должен быть не один, я так понимаю. Вон он. Так, ты как умер? Ага, а ты? Почему-то назад. Окей, ладно. Душа рыцаря, вообще-то. Так. Эта хрень сломается, я думаю, по первой же проходке. Дательный меч. А, да, и нам добраться бы туда. А ну-ка. Есть. Короткий меч, ну пошел. А что за короткий меч? А ну-ка. А, что у меня есть? У меня есть, значит. Значит, вот теперь урон и прочее. Короткий меч. Физическая атака. Физическая атака. 121, этот 110 меньше. Ничего такого особо. Нормально, пока сойдет. Ну что, идем вниз. Тогда. Здесь можно как-то. А здесь теперь нельзя упасть. Нифига себе. Или. Да, вот сюда. Ага. Окей, полетели. Эта стена разделяет локации, грубо говоря. Если ты один раз перешел, она теперь будет открыта всегда. Фишка, видимо, в том, что ты не можешь перейти в следующую локацию, если вокруг тебя куча врагов. То есть, если ты начнешь переходить в эту локацию, это займет вот этот переход через дымную, значит, пелену. Это займет какое-то там количество секунд, где-то там 5,
Ну, не 5, но 4. За это время тебя могут убить. И вот, чтобы это не делал, у тебя, собственно, разделение есть. Грубо говоря, убил всех, перешел. Я даже не знаю, что здесь придумали теперь новое, потому что теперь здесь, наверное, как-то по-другому расположено. Я знаю, что здесь был чувак, а здесь его теперь нет. Может быть, он... Вот он. Есть. Так, теперь мы пойдем... Посмотрим, что здесь. Здесь два чувака должны быть. Раз. Два. Опасно. Третий чувак. Окей. Костер, в принципе, близковато уже. Деревянный болт. У нас пока нет лука. Ничего такого. Ух ты, ящики новые какие-то. Это что такое? Ага, то есть вас стреляли, тут дистанционная камера. Бэкстеп. Энгейдж. Блин, а какой фокус он выкинет вообще? Ладно. Сами под угрозой. Окей. Все, костер очень близко, он буквально наверху. Так. Блин, сабля поломана. Это плохо. Кто стреляет? Здесь был чувак, я помню. Его нет. Баклер. Баклер. Да, отлично, баклер. Это замечательно. О, вон чувак теперь откуда стреляет. Вон чувак откуда теперь стреляет и получить урон. Отлично. Окей. Баклер. Баклер позволяет делать интересную вещь. Я думаю, я возьму его, пожалуй. Только не с саблей. Ну что, с его самого уронистого. А есть 55. Ну-ка. А топор у нас на что? На ловкость? А топор у нас на силу. Лучше взять меч, наверное, все-таки. Что позволяет баклер делать? В этой игре есть парирование, так называемое. То есть можно парировать врага. Как это происходит? При... Как бы... Когда враг начинает анимацию... Удара, эта анимация делится на две части. Значит, первая часть, это он заносит оружие над собой, как бы, да, чтобы, начиная удар, разгоняясь, так называемый. А вторая часть, это он уже, собственно, двигает оружие к тебе. И вот, если ты во время того, как он начнет двигать к тебе оружие, нажмешь L2, то есть вот так вот, как бы отбивая оружие, ты сделаешь парирование, ты в этот момент отобьешь его оружие, и в этот момент враг будет в некоторой уязвимости, и в этот момент, если подойти и нажать R1,
ты сделаешь репост, так называемый. То есть это парирование, ну это как бы движение для парирования. Если у тебя получится отбить, это получится парирование. И если ты нажмешь в этот момент вот R1, у тебя получится уникальная анимация, в которой ты сможешь его сделать критический урон. Это очень много урона. И я обычно хорош в этом. То есть я обычно хорош в репостах. Сейчас мы попробуем это сделать. Для начала дойдем до костра. Сделаем паузу. Ой, господи, ничего себе! Где ты взялся? Dark Souls. Dark Souls, друзья. Еще раз. Нет. Хрена себе. Я уже готов был подходить. Давай. Удар. Дамы и господа, первый репост в Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Есть. Так. Некоторых врагов обычно им вообще этого хватает. Вот репост сделать на враге. Некоторым вообще замечательно. Ну, обычно не хочется тратить на это время. Значит, у нас есть здесь. Что у нас здесь есть? Вот мы зашли. Путь наверх. Вот сюда вниз. Новый NPC. Меня зовут Мелентия. Это, наверное, один из самых любимых персонажей вообще в Dark Souls 2. Мелентия очень классная. Она торговка. Старушка-торговка нежить. Задача у нее купить на 10 тысяч душ чего-нибудь. После этого она переместится в Маджулу, вот в локации, где мы прокачиваемся, и она будет теперь там. И после этого мы сможем у нее покупать разные вещи. Ну, то есть прям там. Это очень полезно, потому что мы у нее будем покупать самоцветы. Грубо говоря, это такие слабые эстусы. Чего мы можем у нее купить? Открывает мастерскую кузнеца Ленинграста в Маджуле. Собственно, это вот ключ от кузнеца. Ключ кузнеца, у которого закрыта дверь, и он там сидит, не может кузнить свое кузнечество. Вот, мы купим эту штуку у нее и поговорим. Drang Lake's been a pile of rubble since the war fought long, long ago. And the giants crossed the sea. It seemed like the battles would never end. Poor folk like myself had nearly a place to sleep. So I'll keep all me things right with me. You may travel light. But methinks you bear a burden of your own. They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But you know what they also say? Don't believe what an old hag says. It's high time that I pick up a moose. Странно, это выглядит как то, что она уже готова перейти в Маджулу. И мы не покупали у нее на 10 тысяч. Это что-то новое в игре? Она обычно так говорит, когда уже готова в Маджулу перейти. Окей, ладно. Хорошо. Мы зажгем костер. И таким образом мы сохраняемся. Мы можем перейти теперь в Маджулу, собственно, и посмотреть, там ли она. Но сначала мы вот этого парня глянем. А, здесь нет, он скоро. Он бежит. Это тот, кто к нам прибежал.
Нам нужно будет исследовать вот эту вот часть. Скорее после этого мы пойдем вот сюда. Можем прокачаться, я думаю, немножко. Можем использовать все души, которые мы собрали, всякие такие штуки. Таким образом мы увеличиваем количество душ, которые мы потратить на получение. Да, я думаю, мы прокачаем выносливость. А сколько фляги мы где-то взяли? Я уже не знаю. Где-то взяли его. А, у нас нет. Потому что это важно для персонажа, который играет на скилл. Ловкость. Это все. С вами был Милк. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей серии. Пока.